этом году еще появляется концерт звезд мирового уровня, работающий в Большом театре Беларуси. Мы его назвали «Консоли итальяна», «Итальянская страсть», Юра Городецкий, Ясенчуков, Маша Шабуня и Александр Рословец. Оксана Волкова поет сейчас Ольгу в «Ковен Гарден». Вот. И там график ее сверстан таким образом, что даже на один день невозможно вырваться.